потом по этой аллейке пройдем туда. А? У кого есть деньги, ты тут завтракать туда, да? Если не умеешь деньги, ты завтракать дома, да? Нужно дома, кто-то любит дома готовить. Завтракать именно где-то. Здесь, можешь заказать здесь, тебе стол здесь накроют, какая разница тебе. И обед, и все, что хочешь. Как это красиво, это какой-то просто люксус. Все в одном стиле? Да, это очень важно. Вот видишь, когда все в одном стиле, прекрасно, да? Да. Вот и сочетается с природой. Кроме детских площадок, ярких пластин, да? Да. Ну, кроме этого пластика дебильного, который мы увидели. Ну, это вообще... Могли бы что-то из дерева... А что, детям говно надо подсовывать? Ой, нифига себе. Неужели вот ярко? Надо воспитывать вкус человека с детства. Не пластмассовыми изделиями. Говорится, что ли? Я позвоню, через 2 часа приеду. Все, давай, пока-пока. Орику привет. Все, пока. Здесь чем хороша высокая цена? Это же, ты же пойми, это весь занавес. Контроль. Да, здесь не будет всякой шелупони, всяких там иммигрантов, этой всякой хуйни здесь. Здесь
что, дурак, что ли, по-твоему? Я что, богатый? Он здесь баня. Чем меньше, как говорят. Я не хочу здесь со всякой херней, понимаешь, за столом сидеть, либо жить с придурками всякими. Конечно, здесь правильно они сделали. Я буду смотреть на рожи не русские за соседним столом, правильно? Так что ли? Да. Видишь, уже новый Exit. Бентли. Нет, ничего. А кто их не любит? И что дальше? Не вижу логики. Ну почему не любят тебя там? Кого? Сейчас китайцев. Какая разница, кого любить? Это же потребительское отношение. Надо брать все самое лучшее, да и все. А кто кому что принадлежит, фиолетово для большинства людей. А собака невоспитанная у них, она не должна... Как невоспитанная? Выбегать у тебя. Мы не специалисты в этой области, чтобы рассуждать о воспитанности собак. Ты не согласна? То, что ты видела где-то в Германии забитые люди, забитые собаки сидят, это не значит, что так и надо. Понимаешь? Тут кто как, я не знаю. В каждой стране свои приколы, наверное. Хер их знает. Китайская какая-то. Доброе утро. Вы знаете, скажу честно, я пришел не в баню полюбоваться на инсталляцию. Вы не возражаете? Скажите, она обновлялась или я это уже видел? Она так прекрасна, что мне кажется, она новая как будто бы. Периодически обновляется, да. Я был последний раз зимой. Не помню? Ну, неважно. Я люблю просто эти вещи. Я посмотрю, хорошо? Спасибо. Смотри, вот эта вещь какая-то. Продается все. Вот. Обрати внимание, красные эти самые, как будто бы от клёна носики. Венечки. Но это не есть. Ну, они красного цвета, что ли? Доброе утро. Они просто покрашены. Покрашены? Свеклой. Да? Я не знаю. Ну, может, ну, может для быть. Для цвета. Декора, да? Может быть. Шапки какие продаются, смотри. Интересные.